Сегодня я был гостем нечастным и представляюсь вам. Тот, кто сейчас убьет Микки Мауса, называет Гига Микасу Кудыкив. Не сравнивай с ним безопасным мальки. Он уверен, что с меня кожу кусками пилит. Мелкая хуйня, это ебаный пилинг. Горговевшие клетки, оборотевшие факты. Что суешь куплеты, чем лезешь на батл. Ай, эй, карлик, опасно, бойся. Я твой самый-самый дурной сон. Тебе прямо в лицо тебе говорят все, чтобы все, что Микки Маус никакой сын. Ты выбрала понятно не по росту. Я слом рэп, это хип-хоп моська. Ты как Лойд местный, тараторишь жестко, типа Микки Моська. Тихо, запомни. Соло гига, 100 условных миг, я обошел запыв их. И если я пришел на битву, значит шоу набит, а не дешевый дриблинг. Только самый вкусный и искусный дриблинг. Ты писклявый пупсик, старый мульт, там и тусуйся, Микки. Детям показывали фото твои, пиздец, и спяти теперь шоку двоих. Их отцы обещали тебе жопа, старик. Объясняю, о чем это цирк. Все они хотят тебя пиздячить, ведь и 5 полявок все еще плачут. Мальчик тычут пальцем несчастно, плачет этот Микки Маус не настоящий. Ах ты, сука, обманщик, об этом грызун и расскажем мы дальше. И так всем понятно, что Микки Маус хуетава считает, что давно как не тащит attention товарищи, уши от мыши подальше. Либо беда пищит, как девка. Ща минута твоя, ну давай уже пищи, подделка. Детям показывали фото твои, пиздец, и спяти теперь шок у двоих. Их отцы обещали тебе жопа, старик. Объясняю, о чем это цирк. Все они хотят тебя пиздячить, ведь и 5 малявок все еще плачут. Мальчик тычет пальцем несчастно, плачет этот Микки Маус не настоящий. Ах ты, сука, обманщик, выходит ты не настоящий. Ну что, значит слова твои ложь и пиздешь. Майк, он из ладошки положь. Лучше доверять будем ежику крошу. Там смысл хотя бы и довольно хороший. А ты, ну что ты несешь? Понятно, не очень. Мы наверху, кричи громче. Еба ты по фактам, ебаное шоу Малахова. Правда, никак не поймаю странного кайфа. Копаю факапы, рифмовать их для батла. Это так мерзко. Веришь, Микки Мася? У всех хватает скелетов. И даже если я где-то проебался, не значит, что ты пиздатый рэпер. Подводим итоги и так. Вышу стопудово, охота летать дому зло. Как и фло, в основном хуета. Микки Маус не пиздат, Микки Мопсу пизда. Просто надо думать всегда. Да, ты снова гадишь в уши всем нам. Может, хватит, слушай, признай, тебе не стать лучшим, есть я. Мы же стисные, серьезно, бля, да это даже не собака. Гуф, естественно, крутой мазафака. Но ты не крутой мазафака. Сцена мой дом, а ты тут своим рэпом накакал. Shut the fuck up, Микки fucking Маус. Get off my fucking house. И кто-то скажет, сука, чип хорош. Гига, не врубаюсь. Да хотя бы тем, что я не Микки Маус. Кто-то скажет, сука, чип хорош. Гига, не врубаюсь. Да хотя бы тем, что я не Микки Маус. Бойс, Микки. Бойс, Маус. Ты Миш, я крокодил, тут зубы клац-клац. Микки, хай, my name is тот, кто на биты залетает. Заебись мне, пух, кто ты, какая твоя жизнь. Знаю много крутых, ты не один из. Какая твоя фишка, грязная мышь. Ты из себя слишком, духуя мнишь. Прыщ, не пугаешь, не злишь. Это Батман, движ, бай-бай, малыш. И все же вышло, как что отрыжку, а не вышку. Ты сыпешь колпак, и ты что пришил? Люди тупые, что ли, не услышал, что ты что попала? Кстати, хоть слово про возраст, ну или про голос улиц. Будешь третьим упоротым с мозгом устрицы. Здесь уже двое тусуются. Громко тут не кашляй, Микита в Америке, здесь Чебурашка. Ни разу не страшно, не знаю никого, кто боится Чебурашки. Эй, МС милые щечки, да, ты МС очень милые щечки. Да, твоя фишка милые щечки. Слышь, ты не мышь, ты хомячок, кыш. Бойс, Микки. Бойс, Маус. И сколько тут не прыгай, Вась. Поезд твой, максимум. Да заберите у парня микро. Нихуя не Кинг-Конга, батл микро. Ушастый плантон Микки Маус. И то, как оказалось, не тот. Грязь и поток. В уши нам зря ты так долг. Слушал классный тектар, но бездарный игрок. Батл твой рок-н-ролл, паря. И батл твой рот, и ебать я твой рот. Не буду ни словом, ни делом. Хуйня эта тема конкретно. Вам не надоело? Я зато если делать так делать красиво, чтоб жать на репит захотелось. Завязывай с рэпом, да батл твой левел. Твой навсегда, сука, максимум. Слышал твои куплеты. Там ни Дисней, ни кино. Копипаста, я тасилум. Не буду врать, честно. Микки, тебе не хватает качества. И если твоя батл почитать текста, можно время потерять и глупее чистать. Сири дал задачу найти фото Микки Мауса. А фото была тьма, твоего не оказалось там. Ты не Микки Мауса, а кто ты тогда, пацан? Или я, который после батла извиняется. Бойся. Да, ты второй сорт просто на постер. Твой не елозят соски. Вид ты никакой, ни худой, ни толстый. Стиля никакого, как работник офиса. Джинсы, футболка еще в топы просятся. По-любому хуёво с гип-офисом. Неясного роста и возраста. Кто ты сам? Эй, что ты есть? Посмотри, в чем ты весь? О чем ты весь? Зачем ты здесь? Я проехал, как танк, твой рэп остался серым пятном на грязной дороге. Если бэтл по факту, по теме и вкратце, мне на тебя просто пух. Я копыльно-контрольный, Микки, у тебя стрёмное хобби. В Питере проебывать раз в полгода, вымазывать биты, улетать с проебом. Ну раз так ты привык, Микки Маус, ты разъебан!